Защитника Отечества. Всего два слова, но сколько смысла в них. Наша страна по праву гордится своими героями. В России были, есть и будут настоящие защитники своих детей, семей и родины. В преддверии праздника в Северной Осетии состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу славы. Стройная колонна прошла до стелы героям-освободителям, где митинг открыли государственным гимном. Живые цветы, как дань уважения однополчанам, принесли люди, которые сами 70 лет назад были в строю, приближая победу. Также память павших героев почтили глава республики Таймураз Мамсуров, председатель правительства Сергей Такоев, представители органов власти, члены общественных организаций, жители столицы и школьники. В завершении официальной части мероприятия всех участников пригласили отведать полевую кухню. Есть несколько причин на то. Первое – это, наверное, возвращение любви народа к своей армии. Второе – это подготовка празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне в этом году. Ну и третье, это патриотическое мероприятие, которое крайне необходимо для воспитания молодежи, для удовольствия ветеранов, наверное, да и всех жителей Владикавказа, и не только всей республики Северной Осетии, а для армии это 5 республик Северного Кавказа и Южной Осетии. Везде проводятся мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.